конечно, не знаю, зачем вы меня пригласили. Но если пригласили, то, конечно, можно и поговорить о проблемах современной молодежи. Я так думаю, что если все будет так продолжаться, как оно сейчас идет, конечно, это все, бля, выльется в большой беспредел. Если же все... Вот у нас был случай на заводе. Леха. После ПТУ пришел, значит, станочник. Он, значит, прямо в этот станок поссал, значит, блядь. Ну, извините за грубость. Посикал. И, значит, там, значит, закоротило все. И ему поссаком по этим прямо ему в голову и ток вошел. Вот такой вот случай. И это же не единичный случай. На пятом участке у Васильича практику проходили эти ослоебы. Взяли на этом самом, на обеде, блядь, в тумбочку, насрали Степанычу, блядь. Насрали прямо напрямки, блядь. И как оно? Оно вышло же, блядь. Степаныч возвращается, блядь, после бани, блядь. Понедельник, блядь, чистый. Открывает кабинку, блядь, засовывает руку, блядь, там заначка у него была, блядь. И в говно в это, блядь, рукой, блядь. Это люди, блядь. Это не люди, блядь. Это же нахуя это надо, блядь, такая ситуёвина, блядь. Ведь если по ощущениям, то у нас-то в молодости, блядь, как было. Если ты человек, блядь. Если у тебя есть душа, блядь. То ты женись, нахуй, на работу, блядь. Тебе общежитие дадут, блядь. Вот у меня друг был. Михаль. Он, блядь, женился, блядь. Всё, блядь, чин-чин-чинарём, блядь. Дали общежитие, блядь, комнату. 9 метров, блядь. Ничего, блядь, ничего. Полгода пожили, блядь. Уехал, нахуй, в Сибирь, блядь. Белок хуярить. Белок настрелял и купил себе на эти беличи, блядь, эти, блядь. В Сибири дом, блядь. И сейчас живет в Сибири, блядь. Это же человек, блядь. А сам, блядь, какой? Нахую, блядь? Ну все. Мы были как нормальные люди жили. Мы ели таблетки всякие. Нюхали. Курили. Ходили куда надо и зачем надо. Еще мы много ели и пили. А еще у нас были разные слова такие шумные. Чувак было слово такое было. Было еще. Я все не вспомню даже, что было. А вообще мы жили нормально. У нас что у нас было? Джинсы были у нас. В Петербурге жили. Любили ходили людей. Ну, больше нюхали, конечно. Больше, конечно, нюхали. И нюхали и ходили потом куда-то мы потом ходили. А еще у нас была такая фишка. Что-то без начала, без конца такая фишка была. Понюхаем, мы без начала и без конца ходим. По комнате вот сюда ходим, бродим. А еще мы ели много таблеток. Таблетки были разные, синие, зеленые, вкусные были таблетки. И нюхали мы много. Никакого насморка у нас не было, мы не болели, вообще не болели. В основном потом головой болели все часто. Но зато мы были молодыми и много у нас было всего. Мы знали себе цену по-любому. Могли сказать много, читали книги, были книжки еще тогда такие белые. Срать мы хотели на всех. Мы были поколения. Которые на все хотела срать. В итоге насрали нам на все. Да, насрали. И мы это
всяких.